Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео я хочу ответить на острые вопросы, которые мне сейчас задают. В частности, почему я удалил кого-то из своих кланов. Ну и многие ребята спрашивают по поводу того, почему они, не состоя в моих кланах, свои кланы тоже не видят. Так вот, ребят, сегодня многие упали в шок, когда увидели, что клановых боевых задач нет. То же самое касается и самого клана. Когда вы заходите в клан, то видите, что клан вам недоступен. Ребят, никто вас ниоткуда не удалил. В новостях четко прописано по поводу того, что начиная с 26 числа и до введения сезона 2, кланы будут временно недоступны. То же самое касается и турниров. Так вот, ребят, новость почему-то у меня не прогружается. Я больше чем уверен, что это связано с техническими работами на серваках, вызванными необходимостью провести необходимые действия по внедрению обновления 10.3, ну и, соответственно, введение сезона 2 Плеяда. Не переживайте, начиная с 26 сентября и по 1 октября, именно эта дата является стартом второго сезона, кланы вам, скорее всего, доступны не будут. Возможно, разработчики вернут их обратно немножечко пораньше, но не исключено, что до 1 октября у нас есть возможность отдохнуть от погони за выполнением клановых боевых задач, от того, чтобы потеть и надрываться и нервничать, а просто играть и получать удовольствие, чего и вам желаю. Поэтому, друзья мои, отставить панику, кланы никто не удаляет, назад в кланы проситься не надо будет. Кланы вернутся в том виде, в котором они были, ну и, соответственно, вы в них тоже будете. Что же касается клановых боевых задач, то я не думаю, что ваши результаты по клановым боевым задачам сохранятся. Хотя не исключено, что разработчики при внедрении сезона 2 все-таки вернут все ваши наработки по клановым боевым задачам, и если вы что-то должны были оттуда получить, то, возможно, вы это успеете сделать, потому что обновление у нас будет 1 числа, а завершение клановых боевых задач и обновление недели будет у нас 2 числа, поэтому мне почему-то кажется, что все будет нормально, все успеют. Вот такая вот разборка маленькая по ситуациям в отношении кланов. Если я был вам полезен и немножко вас успокоил, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я побежал снимать следующий видос. Ну а вам, друзья мои, мира и в данном случае уж точно обязательно спокойствия. Пока-пока.